Привет-привет, мои дорогие подписчики. Спешу сообщить вам, что 14 июля, в свой день рождения, ну, как вы знаете, в этот раз я выпускаю не песню, в этот раз я хочу выпустить мини-фильм о самой себе. Да, но на самом деле я хочу просто очень искреннего и откровенного разговора. Рассказать вам о том, что действительно происходило все эти 10 лет моей профессиональной деятельности. А также я хочу ответить на интересующие вас вопросы. Под этим видео до 1 июля оставляйте, пожалуйста, все вопросы, которые действительно вас очень интересуют, и я на них отвечу. Администраторы и каналы передадут мне эти вопросы в том случае, если они будут заданы в доброй, этичной форме. Но моим подписчикам этого не занимать. Они прекрасно знают, что такое уважение, этикет, и дружба, и любовь, и хорошая музыка. Я жду от вас очень эти вопросы, я хочу с вами поговорить, и я хочу рассказать вам, что было у меня на душе, что происходило со мной, что было за кулисами, почему было так, а не иначе, почему были вот эти переходы образов, музыки, что было с классикой на самом деле. Я хочу поговорить, у меня есть такое право на моем канале это сделать, и я знаю, что есть люди, которым реально интересно. Люблю и обожаю. Ваша Мария Демьяненко.